відомо, що у палаці обов'язково повинна жити королева. Яка королева мешкає у обласному палаці культури? Дізнаємось протягом зйомок новорічного випуску програми «Просто люди». Наша команда «КВН Легко и Просто» существует более 6 лет на базе областного дворца культуры. Угадайте, почему мы здесь существуем? По одной простой причине. Потому что нам здесь предоставили все. Все возможности для развития, все возможности для того, чтобы у нас была база, на которой мы репетируем. У нас здесь есть свой кабинет, своя костюмерная. И самое главное, есть тепло и поддержка наших коллег, а это всегда очень приятно. Все интересы, все студенческие наши начинания, все наши... казалось бы, безумные идеи этот человек поддерживает, который молод душой и постоянно с нами. Первая – это бабушка, вот лично для меня вообще, потому что очень сильно любит свою внучку, такую смешнючку. Во-вторых, ну это лично для меня, да. Во-вторых, это сердечность. А в-третьих, это профессионал. Понимаете, когда человека на все хватает, это круто. С ее приходом работать стало однозначно легче, и дворец превратился в настоящий дом, в котором есть хорошая хозяйка, которая может решать любые проблемы очень мягко, тактично, и так, что тебе кажется, что проблема глобальная, а на самом деле после общения с Мариной Николаевной она кажется такой, ну, совсем незначимой. И ты идешь с хорошим настроением, с позитивным настроем дальше на свою работу. Все концерты, все мероприятия также понимаются ею как ее личные детища, и, соответственно, относится она к ним тоже как к своим детям с большой любовью и большим вниманием. И от этого, опять-таки, можно сказать только одно, что работается здесь как дома, тихо, спокойно и в очень творческой и теплой обстановке. Марина Николаевна, а как вы стали руководителем областного дворца культуры? Как стала руководителем? Просто пришло, наверное, время. Я была руководителем Дома культуры завода «Океан». Был стаж работы художественного руководителя в Дворце металлургов, в Доме культуры завода «Океан». Но затем я пришла во дворец, работала замдиректора. После того, как Ирина Павловна ушла на пенсию, моя предшественница Васина Ирина Павловна, я стала директором. А вы стремились к этой должности? Нет. А есть человек в вашей жизни, который повлиял на вашу карьеру? Это обстоятельства. Иногда обстоятельства складываются так, наверное, лучше я, чем кто-то. Нужно брать и работать. Комплименты от подчиненных принимаете? Если от чистого сердца, ну, может быть, ну, вы знаете, это мешает. Ну, лучше работать, и все само по себе выяснится и скажется. Какое самое большое достижение вот за пределами работы вашей, которое вы считаете самым большим достижением в своей жизни, но за пределами дворца? Я не знаю, я очень люблю свою семью, это мои дети, это внучка. Вот это вот самое большое мое достижение.
Вот ремонт, который происходит сейчас, деньги у коммунальной собственности, вы когда добываете для областного дворца культуры, вы включаете свое женское обаяние или какие-то женские хитрости пускаете в ход? Знаете, нет. А как тогда у вас это получается? Просто меня понимают. Вы знаете, дело в том, что эти деньги, которые сейчас выделены для ремонта, заказчик УКС, управление капитального строительства областное, вот, они занимаются ремонтом. То есть, как все областные учреждения, ремонты там проводит УКС. Вот. А по поводу обаяния или, как вы говорите, как это все дается, женские хитрости. Нет, просто очень много у нас те, кто, допустим, работает тоже в администрации, и те, кто приходит сюда, они водят во дворец своих детей. Они видят, куда они привели. Они видят, чем занимаются здесь дети. Поэтому все, кто сюда водит детей, все помогают дворцу. Марина Николаевна, вот все постановки, которые сейчас происходят в стенах областного дворца культуры, вы в них участвуете как режиссер, как постановщик или играете какие-то роли в том числе? Что больше вы делаете вот в этих постановках? Дело в том, что во Дворце культуры работает очень много талантливых людей. Каждый является режиссером-постановщиком своей программы. Есть много авторских программ. Есть у нас работает художественным руководителем Денис Александрович Акманов. Вот. Он является режиссером программ областного дворца. У нас работает заместителем директора Инесса Олеговна Круковская. У нее есть свои авторские программы. Она постановщик и режиссер программ и оперно-вокальной студии. И есть оригинальная ее программа, очень красивая, душевная. Это «До дня людей похилого віку». День добра и уважения. У нас работают зав секторами есть Анна Якименко. Она является режиссером и организатором программ, все, которые связаны по работе с ветеранами города и области. Это клуб «Победитель», это режиссер и постановщик программ концертных вот этого направления. У нас есть очень интересные руководители, которые работают как режиссеры, сценаристы и постановщики. В данном случае по детским программам Галина Григорьевна Бардадым, вы увидите эту программу 19 декабря, это «До дня Святого Миколая». Много света сверху, и он рассеянный, он дает пространство. Если, допустим, мое вмешательство, допустим, это есть часть, которую делают сотрудники, они работают с исполнителем, они пишут сценарий. Я, видя, что и зная свой опыт работы вот в этом, как режиссера, мне очень важно эту площадку расширить, осветлить, убрать, добавить. Вот. Для меня очень важно, чтобы эти люди проявили полностью свою фантазию. Мне нужно обеспечить, чтобы это состоялось. Чтобы этот красивый ребенок под названием «Красивая сказка», красивая концертная программа, чтобы этот ребенок родился, вот, нужно его обязательно обеспечить всем необходимым. Чтобы эта фантазия стала не просто фантазией, чтобы это реальность. То есть вы поддерживаете в тех людях, которые проявляют какое-то творчество, вы это все... Да, я обеспечиваю появление этого красивого дитя. У нас очень красивая должна быть программа, у нас 20-летие танцевального клуба «Пасадена». За 20 лет сотни детей выросли в этом клубе. Вот сейчас думаем, что нам надо для этого, какая у нас должна быть сцена, какие у нас должны быть костюмы, что нам надо пошить, что нам надо купить. Где найти деньги? И где найти деньги? Не скажу. Просто я всем расскажу, где найти деньги. Сейчас все пойдут и будут искать, и мне ничего не останется. Я пустили вниз. Хорошо.
молодежный театр «Парадокс», руководитель Лилия Гупола. Пойдемте, пойдемте в зал, пойдемте, пойдемте. Это образцовый детский ансамбль «Привет». Здесь ребята занимаются где-то от 5, ну, в принципе, а выпускники поступили в Киевское училище эстрадно-концертное, эстрадно-цирковое. Пойдемте. Я просто люблю детей, мне просто это интересно. Вот кто-то смотрит, допустим, кому-то надо вот в этой жизни реализовывать только себя. Вот. Это нормально, это нормально, это творческий такой вот порыв, это индивидуальный творческий порыв. Некоторые, вот очень многие ведь закончили, кто-то идет работать с детьми, кто-то идет работать со взрослыми, не понимая, как можно с ними вообще, они ничего не понимают. Нет, они понимают по-своему. Это очень творческие люди. Мы просто не понимаем, что или не знаем, что очень многие творческие идеи и очень многие творческие мысли нам дают дети. Даже вся система Станиславского построена на чем? Будь как ребенок. Верь в жизнь и верь в игру, так как верит в игру. По-честному играй, так как играет по-честному ребенок. Вот и все. Так получилось, что я защищала когда-то свою дипломную работу, это были дети. Ну, так получилось. Это были дети? Это школьники, старшеклассники. Дипломная работа о них? Нет, это спектакль надо было ставить. Вот. А потом получилось, как, что опять тюз, сказка. А потом это был тюз опять, ну, так получилось, что по жизни, а там много было. Сейчас всех и... перечислять уже не буду, их много было очень. И про снежную, ну, и про снежную кораблю, и про снежную королеву было, и праздник непослушания, потому что это было близко мне. Вот это праздник это непослушания были... было близко. Да. Ну, получается. Ну, никогда, поверьте, послушные детки – это очень, конечно, хорошо, это здорово для нас, родителей. Ну, а обычно двигают жизни, двигают прогресс вот эти дети, которые не слушают. Они просто по-своему видят мир. Ну, деткам будут подарки дариться? Нет, там будет другое. А что, это просто представление? Это будет представление, да. Ну, каждому присутствующему ребенку святий Миколай подарує Миколайчик. Це медовий пряник, да. Я розумію. Да, медовий пряник. А ви любите подарки? Я люблю їх робити, а не отримати. Общення – це подарок. Если бы у вас сейчас такая возможность была, в какой бы вы точке земного шара сейчас находились? Я хочу быть здесь. Я хочу быть здесь. Я хочу быть на работе. Мне интересно то, что делают люди, то, что делает мой коллектив. Для меня это важно. Поэтому пойдемте смотреть коллективы. Не надо меня спрашивать. Дети должны получать хореографическое образование, как спортивное, музыкальное и хореографию. Это уроки ритмики. Ребенок должен приучиться повторять, заучить. Это есть небольшие упражнения, есть небольшая нагрузка, согласно возрасту. Я вас познакомлю с Владимиром Георгиевичем. Я вас познакомлю, подождите. Я с удовольствием представляю заслуженного работника культуры Украины, мастер, самый красивый, самый лучший педагог в жанре бальной хореографии Владимир Георгиевич Почтаренко. Вот это он, папа всех танцующих малышей нашего дворца. Все стараются, готовятся. Все стараются, готовятся к Новому году. Праздник Нового года. З нами сьогодні була Марина Добкіна,
яка надає можливість всім у стінах цього палацу створювати казку. Новорічної казки нам всім у житті. Просто люди міста Миколаєва.